Почему песня быстрая, скорость компенсирую, не движок обид беру, форсирую. Что толку мощи добавлять разбитому ведру, и вот снова за запчастями в магазин иду. Дайте мне шаровых 10, про запас тонировки 20 метров, чтоб никто не видел нас. РМ-комплект карбюратора на мой таз, есть две педали тормоза, нужен газ. Масло, жгутиков, тросиков, тормозных лампочек разных и ключей разводных камер в колеса. Давайте 10 разных болтов с килограммчик 200 присадок всяких. Реанимировать машину здесь все и еду к следующему магазину. Проеду мимо друга, пусть думает зазнался, у меня просто рычажок двери сломался. Лезу за руль через пассажиров взгляды, чувствую, кто так же лазил, хоть раз сочувствую. Езжу на жигулях, живу на Урале, суровым стал, нервы стали, стали. На жигулях ездил, тут цирки не смеется, жизнь как трасса разбитая, так легко дается. Видел ад на земле, кто был под жигулями, а впрочем, вы все знаете сами. Кто на жигулях ездил, тут никогда не плачет, устройством тачки владеет, значит, закалка сильная, школа жизни тоже. Я езжу на жигулях, и мне все можно. Захожу на поворот, не сбавляя скорость, русский автопром прет, распирает гордость. Смотрю, что-то колесо вперед меня прет, взгляд в зеркало. Где этот идиот?